так что не прыгай. Я прыгаю! Я не хочу кого-нибудь убить своим прыжком, который я совершу сейчас! Здесь! Назад! Назад! Я прыгну! Не делай этого! У каждого есть ради чего жить. Но не у меня! У меня ничего нет! Я никто! Это даже не броня! Это мамин поднос! Не самый лучший! Я неудачник! Неудачник! Не трать мое время и отойди от края. Хотел бы прыгнуть, давно бы уже сделал это. Что? Что? Я спрыгну в любой момент! Не спрыгнешь, ты жалкий трус. Я не трус! Вот, смотри! Клянусь туникой Зевса, ты прав. Да, ты прав. Я жалкий трус. Отойди от края. Поговорим. Моя деревня бедна. Ни торговли, ни приезжих. Мы погибаем. Меня выбрали убить Минотавра в надежде, что это нас прославит. Спасет, быть может. Но я не гожусь в убийцы Минотавра. Меня обокрали в первый же день здесь. И кто? Проводник! Минотавр уже мертв. Я убил его. Ты? Нет. Я должен был это сделать. Извини. Значит, мы обречены. Охота на чудищ не всем по плечу. Даже не став убийцей Минотавра, ты найдешь способ спасти деревню. Ты прав. Мне просто нужно всех обмануть. Не перевирай мои слова. Обман сработает. Люди здесь очень добры и слегка глуповаты. Правда? Не верится. Пусть думают, что я убил Минотавра. Деревня станет моим святилищем. Я буду как Тесей. Морис великолепный, убийца Минотавра. Мы будем жить как прежде. Какая-то мечта. Зато люди вспомнят о нас. Начнут торговать с нами. Это достойная мечта. Я должен выглядеть, как подобает победителю Минотавров. Достань самый броский доспех правителя Певки. И оружие, которое я якобы вырвал из рук Минотавра. Из копыт. Тебе нужен топор, как у Минотавра? У меня есть кое-что. Да, да! Благодаря этой штуке все поверят, что я убил чудовище. Но мне все еще нужен доспех. Ну, чтобы я выглядел как настоящий герой. Поможешь мне? Я здесь, чтобы помочь. Ладно, ладно, ладно. Что тебе еще рассказать? Ты сказал про самый броский доспех про... В укромном месте, да? Ладно, я найду доспех и топор, достойные убийцы. Не подумаю. Вот топор, который искал человек с крыши. Довольно тяжелый. Сможет ли он поднять его? Здесь.
сила! Об этом доспехе говорил Моррис. И прям броский. Теперь у меня есть все, чтобы человек с крыши вновь прославил свою деревню. Отнесу ему эти вещи, пока он не спрыгнул. Посмотрите, забыл, как спускаться. Помогите ему. Я здесь. Благодаря этим вещам ты сможешь всех обмануть. О, превосходно! Не беспокойся, это ложь во спасение. Про нашу деревню снова вспомнят. Не мог бы ты, отдать мне эти вещи? Конечно. Топор и доспех твой. Отвернись-ка, дай мне переодеться. О, выглядишь как герой. Будто ты прикончил целую семью минотавров. Что, правда?
Ты мне не врешь? Не вру. Твой грозный вид даже меня немного пугает. Ого! Все хорошо! Я теперь герой! Я спускаюсь! Чувствую себя героем. Thank you.